куда мы едем? Куда? В аэропорт. Что-то без радости. А куда мы летим? Сегодня ночью. Куда? В Украину. В Украину. Ура! Землю, которая все на свете идет к худшему. Ну что, мы уже в аэропорту. Прошли сейчас все контроли, ждем посадку на самолет. Вот. Да, когда все пройдем уже в Украине, потом все, я расскажу, какие документы, что надо, какие тесты, все расскажу, да, потому что спрашивают многие в Инстаграме. Вот, Милочка. Мама наконец-то, да? Мама говорит, что я пессимист. Ты пессимист. А я оптимист. Нет, это нормально. Когда мы сейчас идем, ищем места, садимся, она идет, смотрит на самолет. И Мила говорит, о, я видела, как самолет взлетел. А Маша говорит, а если упадет? Капец. Ура, наш самолет прилетел. Сейчас мы полетим в Украину и будем 2 часа лететь. Ура, ура. Ура, рейс ура. Немножко задержали, он сейчас только приземлился. Ну, нормально, в принципе. Блин. Классно, почти по времени. Мы идем на посадку. Летит со своим этим Пупси. Милочка, Пупси. Покажи. Ты тоже ему маску одела. Кстати, когда мы зашли, этот Стюарт. Стюарт так похвалил Милу. Ой, говорит, какая ответственная. Законопослушная, говорит. Тихо. Бабуля ждет. Мойся, прилетели к бабуле. И дедуле. Не мои дорогие. Привет. Мои золотые, мои девочки. Пошли туда целовать. Мои девочки, мои девочки. Ну все, мы на месте. Приехали. Туточки. Раннее утро. 7:30. Родительский дом. Начало. Ой, наконец-то. Дорога, конечно. Мамы цветы, надо потом походить будет поснимать. А мы сейчас кушать, душ и спать. Мила качок гоняет, да? Он котенок. Твой котенок, а не твой рыжик, да? Просто я пыталась сломать тут сухой, как через посла, но не хотела. Но мне не узнаю.
Какие лилии красивые, да? Я вас ловить. Ой, вот. Да. Нас Мила все хочет ловить. Куриц хочет ловить. Уток хочет ловить. Ой, лилии красивые. А вон лилии какие красивые. У нас дожди были сейчас эти дни. Все еще мокрое. Такая красота. Обалдеть, огромные такие. Розы уже цветают. И эти будут плестись вот тут аж сюда, кверху, и потом цвести. Тоже красиво будет. Мила дрессирует собачку. Чернобривцы. Роза тоже классная. Хочу тоже дома розу посадить. Люблю розы. Нет. Папа рассказывает, я сейчас придумал конструкцию. Нашел вот такую вот, ну, сухая, да, как дерево, ветка. Вставил сюда, потом вот эти вьющиеся цветы, как они, круче не понычи. Вот, и идея такая, чтобы они все поплелись по веточкам, и потом будут цвести, будет красиво. Ну, интересная идея, да? Посмотрим, как получится. Вот тут тоже посаживали. Это ж в прошлом году ж не было оцих, да? У вас оцих. Ну, позапрошлом. В прошлом нас не було. Ничего не было. Були? Да, тільки вони вже цілі, вони цілі так красиво. А, ну, я не помню просто. Ну, ми літо там, да, було 2 роки назад. Вони цвітуть дуже красиво. Уточки. Ой, там, это... О, а вот тут папа сделал вот такого ворона. А там он туда-сюда должен был это. Там тоже есть? Да, вон, туда, на реке. А, бачу. Вон там он. Не знаю, плохо видно, наверное. А все равно, не, все равно, да, не помогло? Это черешня, папа говорит, съели эти птицы. Папа сделал вот таких вот, все равно. Угу. А тут у нас вишни. Я, кстати, еще не ела, надо будет покушать. Ах, вишни. Много вишни. Вот так с дерева прям берешь и кушаешь. Вкусно. Ну как вкуснятина. Это вишня, это не черешня. На компотик. Пирожки мама хочет с вишней сделать. О, вкуснота. Лилии, да, красиво цветут. Аж сюда вылазят. Я сейчас покажу. Блин, какие они шикарные. Первый раз вижу такие огромные лилии, если честно. Я когда смотрю, тоже хочу такие. Тоже хочу. Они, наверное, размножаются этими. Как они называются? Луковицами. Надо у мамы с папой спросить. Я бы себе тоже такие посадила. Какая красота. Огромные просто. А Мила мотается. Что она там разговаривает? Что это рассказывает? А там тоже это наша территория, ну родители территория наша. И вот это все ограждено вот сеткой аж туда, и там вон куры там лазят. Там гараж. Тоже какой-то цветок. Получился там цветенок. И им привет, что мама.
Знакомьтесь, это Мишуня. Да? Мой племянничек. Так, бабуля с Машуней выбрали огурцы. Почистить тобі? Да. О, який клас. Ви вже бачите, як перше. Бабуля чиста, да. Вкусняшка. Ціле відро огірків, перший раз. Жалко, що тебе не було. Ти б сняла. Та я думала, якраз пішла, а вас вже там немає. Так, перший раз вибрали і вже диви, які є. Таке добре, таке добре. Таке добре, да. Ой, яке добре. Вот там снимай чайник, щоб знати, як їсти надо. Да, отак надо. Ти їла? Да. Да. А може він дав щось мені цей парень? Він уже поїв. Ага. Сівечки. І пластичка все. Да? Ммм. Я раніше огірки не ось.